Друзья, сегодня еду показать вам новое местечко. Локации это не назовешь, просто живописнейшее место по Калужскому шоссе рядом с поселком Воронова. Пойдем смотреть. Вчера просто проезжал там мимо, на мотоцикле катался и увидел вот это вот классное совершенно озеро, пруд. Пруд называется Покровский. Вот. И сейчас я еду туда. Пошли смотреть. Вот, друзья, то самое живописное место. Посмотрите. Открывается вид на церковь. Попробую вам показать. Сейчас, конечно, против солнца немножко. Вот такие вот окрестности. Подъеду сейчас с той стороны, вот. Поищу дорогу и посмотрим с другой стороны этого прудика. Ехал, вот есть такой заходик прям почти с дороги. И вот там вот церковь. Сейчас подъеду туда. Ну, вода, конечно, цветет, ребят. Купаться, честно говоря, ну, вообще не камильфо. Объехал я с другой стороны. Смотрите, какое сооружение великолепное. Храм красивый. Бросил я машину и иду вот-вот вдоль вот этих вот стен красных, стены храма. И я уже вижу, сейчас покажу вам подход к пруду. И вот такое живописное место открывается. А за моей спиной как раз тот храм, который я вам показывал с дороги. И вот сюда ведет такая тропинка. Живописное место. Купаться здесь вряд ли можно, потому как вода цветет зеленая до ужаса. Но думаю, что просто приехать сюда, посмотреть. И этот храм очень волшебный, замечательный. Я думаю, что это стоит посетить это место.